Полный люкс. Простите, пожалуйста. Будьте добры. Как мне проехать на Пушкинскую площадь? На такси. На такси. На такси. Люкс. Так-так. Скажите, пожалуйста, а побриться я здесь смогу? Сможете. Не люкс, конечно, но сможете. Рискните. Где же она? Так ведь и зарезать можно. Вот, вот. Солидарен, солидарен, мы вас доработаем. Я лично. Нет, не беспокойтесь, не беспокойтесь. Всего доброго. Всего доброго. Ну, что вы нам, Кукушкина, прикажете с вами делать? Не знаю, Павел Павлович. Вот и мы не знаем. Вы, Кукушкина, троечница? Троечница. При вашей успеваемости мы не можем доверить вам голову еще одного клиента. Не можем. Ну да, конечно, если он стричься не давался. У меня тоже нервы есть. Стричься, бриться, гражданин? И стричься, и бриться, и то, и другое. Как будем стричься, гражданин? А вы как гражданка умеете? Не высадить под нулевку? А чего ж только под нулевку? Можно и боксу, полечку, как хотите. Полечку. Вы салфетку заправьте как следует. Пожалуйста. Остриться не будем. Совсем. Так. Подровняйте шею немного и довольно. И височки подлиннее. Полечка. Следующий. Полечка. И попрошу, пожалуйста, побыстрее. Я тороплюсь. А быстрее не могу. У нас во время экзаменов торопиться не положено. Следующий, пожалуйста. А это выпускные экзамены городской школы парикмахеров. А там вот у меня даже специальное объявление висит, гражданин. Да вы что, смеетесь, что ли, надо мной? Мне через час к начальнику главка на прием надо. Просто экзамены. Если не доверяете, то пожалуйста. Пожалуйста, я вас даже стричь почти не начинала. Как не начинать? Как не начинать? Как почти? Начали? Начали? Начали, тогда стригайте. Заранее надо предупреждать, что вот детский сад. А вы не волнуйтесь, Даня. Если хотите знать, я и по теории была круглой отличницей. И на практике ни одной головы не испортила. И вообще, если хотите знать, о людях судят не по возрасту, а по их делам. Ну ладно, ладно, стригите. Начали, тогда стригайте. Мне своей головы не жалко, да стригайте. Так самого тоже стрижут. Теперь Кукушкина. Кукушкина. Нашли клиента? Ну что, ну где же я найду? Ищите клиента, ищите клиента. Ищите выход, время. Есть выход, Эдик. Откуда? Тебе нравится? Ну, блеск. Эдик, ты меня любишь? Спрашиваешь. Ты можешь мне помочь? Шепчешь. Так вот, Эдик. Так, побегла Кукушкина клиента искать. Вот какие дела. Найдет клиента, будет ей второй экзамен. Не найдет, кол. Только какой-то дурак согласится. И не говорите, не говорите. В этом произведении композитор раскрывает внутренний мир героя, идущего на верную гибель. Эдуард, ради нашей любви. Согласен? Да, он согласен. Вот он.
Приветик, молодой человек. Мы должны вас предупредить. Кукушкина у нас отстающая. Она уже испортила сегодня одну голову. Люкс, пожалуйста. Шевелюру не тронь, как договорились. Поклацай ножницами, причеши, побрызгай. И люкс. Это что такое? Голова. Какая стрижка выполняется? Стильная. По просьбе клиента. В учебной программе такой стрижки нет. Выполняйте полечку. Выполняйте же. Эдик. Ну? Согласись на полечку. Ты же сам говорил, что любовь требует жертв. Девушка, вас зовут? Надежда. Надюша, а что у меня там как сзади? Ничего? Хорошо, хорошо. Только вот голова у вас трудная. Трудно? Да. Здравствуйте. Трудно. Сомова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, Сомова. Досталась трудная голова. Неправильной формы. Жестким волосом. Волосы жесткие. Жесткие. Что делает Сомов? Она снимает здесь, позвольте ручки, здесь, снимает здесь, здесь почти не трогает. А получается что? Что? Ну, что, что получается? Изящество линии и законченность формы. Пошли дальше. Сформулируйте, Кукушкина, как вы понимаете задачу парикмахера? Как я понимаю задачу парикмахера? Да. А, как я понимаю задачу парикмахера? Парикмахер должен... Парикмахер должен, в общем, стричь, потом, в общем, брить. Или нет, наоборот, брить, потом стричь, освежать, в общем, и, в общем, чтобы все было красиво, по возможности. Дайте сюда ножницы. Какая была задумана стрижка? Полечка. Полечка? Вы их держите-то как? Так, вот вы стрижете, а получается что? Лесенка. Ступенька. Брак. А надо держать как? Так, так, и тогда никаких ступенек не будет. А полечка у вас теперь не пройдет, снято лишней. Ой. Вас, гражданин, мы предупреждали. Кукушкина у нас отстающая. Спасайте голову, работайте полубокс. Правильно. Эдик. Тебе нравится полубокс? Какой полубокс? Какой полубокс? Это очень красиво, глупый. Все футболисты носят полубокс. Какие футболисты? Надюша, полубокс тоже не получается. Что делать, что делать? Товарищи экзаменующиеся, осталось 10 минут. Thank you.
Вас не беспокоит? А? Нам, знаете ли, самим приятно, когда хорошо получается. Придет человек с работы усталый, а ты его побреешь, компрессик сделаешь, так он вроде как на 10 лет помолодеет. Вам массажик сделать? А успеете? Успею. Во второй части симфонии мрачная атмосфера сгущается. Кукушкина своего брить начала. Усы не трогай, как договорились. Эдуард. Ну, Надюша, нам пятерка обеспечена. Как знать, она строгая. Сомова. Опять. Исполнена Полечка, стрижка фасонная, сложная, прошу. Височки коротковаты. Да, но принимая во внимание сложности, я бы считал возможным поставить... 4. Вполне. Солидарен. Позвольте. Да-да, пожалуйста. Правда, голова у меня трудная и неправильной формы, как вы изволили выразиться. Но почему 4, когда на лице явная пятерка? И волос жесткий. Жесткий волос. Отчасти. Нет, видите. А височки покороче я сам просил. Так что не 4, а полная пятерка. Комиссии не возражает? Вполне. Солидарен. Почему у меня голова неправильная? Чепуха. Прекрасная голова. Тебя свяжу. Эдик, а как же теперь наши взаимоотношения? Конец.